Сборная команда девушек Южной Осетии стала победительницей первенства Северной Осетии Алании по волейболу. Соревнования проходили в Моздоке. Югостинская команда часто принимает участие на различных соревнованиях, но за главный кубок первенства Северной Осетии Алании она боролась впервые. Мы играли первый раз в первенство РСО Алании, но выезжаем мы очень часто. Но первый раз мы получили первое место. Нам очень понравилось, были очень большие эмоции. Нашей целью было победить, и мы это сделали. Очень трудно было играть, но мы все собрались и сделали это. Мы были очень рады, и мы были безумно счастливы, что мы выиграли первое место. Будем усердно тренироваться, чтобы в дальнейшем получать только первые места. В соревнованиях принимали участие 5 команд. По регламенту первенства каждая команда провела по одной встрече с другими. Для наших девушек первая игра оказалась неудачной, уступив команде Моздока со счетом 3-2. Но после игроки смогли собраться и одержать победы во всех остальных играх, в то время как моздокчане проиграли оставшиеся встречи. Таким образом, команда Южной Осетии набрала наибольшее количество очков и заняла первое место. Югостинские волейболистки со счетом 3-1 обыграли команды Владикавказа и Перегородного района, а также были сильнее сборной Кировского района. Счет 3-0. Я осталась довольна, мои девочки сыграли. Я не скажу, что отлично, на 70% свои игры. Если бы они еще лучше сыграли, еще бы было лучше. Я хочу поблагодарить также Бичейнова Станислава Иналовича, который оказал такое внимание. Просто у меня даже слов нету. И также я хочу поблагодарить родителей за поддержку. Особо хочу поблагодарить нашего президента Анатолия Ильича, который оказывает большое внимание нашей команде. Огромное ему спасибо. Тренируют команду Инга Джикаева, Вадим Схаврыбов и Эдуард Кукоев. По состоянию здоровья на соревнования не смог поехать тренер Вадим Схаврыбов. Но, как отметили юные спортсменки, они чувствовали его поддержку. Хочу начать с того, что я вместе с командой и тренерами хотим поблагодарить нашего старшего тренера Схаврыбова Вадима Юрьевича за то, что он возродил волейбол в Южной Осетии. Также нашими тренерами являются Джикаева Инга Иналовна и Кукоев Эдуард Рахматович. Я хочу сказать им огромное спасибо, потому что они потратили на нас уйму времени, сил, нервов, и они вправду доказали то, что они лучшие тренера волейбола в Южной Осетии. Команда сейчас будет готовиться к очередным соревнованиям. Тренировки проводятся в спортивном зале 6-й средней школы. На тренировке ходит моя внучка, с удовольствием посещает занятия. От лица родителей хочу выразить благодарность тренерам Инге Джикаевой и Эдуарду Кокоеву за успехи, которые достигли наши дети благодаря им. Батрас Хурьев, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.